Акция «Дерево добра» в Туве идет с 2015 года. На сегодняшний день подписчиками газет являются больше 1000 человек. Как мы уже сообщали, подписку может оформить любой, и не только для себя, но и для тех, кто по тем или иным причинам не может сделать это самостоятельно. И уже в текущем году более 1000 газет и журналов местные жители оформили в адрес социальных учреждений. Акция постоянна. Любой желающий может оформить подписку в отделении почты либо на сайте Почты России. Один из рядовых работников регионального отделения Почты России с момента акции «Дерево добра» постоянно оформляет подписку печатных изданий «Тыва Медиа Групп» для библиотеки своего родного села Эргебарлык Барунхепческого района. Один раз зашел в сельскую библиотеку, там выбор, конечно, был очень скудным. И поэтому хотелось бы, ну, хоть капельку добра людям, особенно пожилым, которые в основном не лезут в интернет, не читают, и в основном читают подписные издания, то есть газеты и журналы. И хочется делать приятное людям. В течение 6 лет Буянстай каждые полгода продлевает подписку на некоторые издания. От сельской библиотеки он получил благодарственное письмо, а представители издательского дома «ТВ Медиа Групп» вручили ему фирменные сувениры. «Дерево добра» – это благотворительная программа Почты России и издательского дома «ТВ Медиа Групп», участвуя в которой, вы можете подарить подписку на печатные издания воспитанникам приютов, интернатов и подопечным домов престарелых, а также библиотекам, обеспечивающим полезной литературе жителей отдаленных сел и деревень. Алтын Казбуян, Владимир Сюртук, Кузелсарых Сарен, Тува 24.